На данный момент мы заканчиваем остекление боковых проходов. С выходов закончено у нас плиточное мощение по переходам электрика. И, соответственно, по потолкам осталось сделать навесные потолки. Подъемников для инвалидов будут с каждого спуска. Со стороны цирка, соответственно, со стороны 20 лет октября, со стороны налоговой инспекции и со стороны солнечного рая. Помимо автоматических подъемников будут обычные пандусы. Соответственно, с одной стороны будет обычный пандус, с другой стороны автоматический подъемник. То есть с любой стороны можно будет спокойно спуститься. Что инвалиду, что маме с коляской, что инвалидам, да? Что маме с коляской, что бабушке с тележкой. Да? Работы у нас идут в соответствии с утвержденным графиком, арендаторы в самое ближайшее время. Первая линия у нас будет со стороны входа от цирка на 20 лет октября на Моисеева выход. Это первая линия, которая будет официально открываться? Первая линия, которая будет официально открываться. После нее потом? После нее следующая, которая у нас за спиной от цирка в сторону Кирова налоговой инспекции. Ну и, соответственно, третья линия чуть попозже.